даю расшифровку к предыдущему видео по Казахстану и по Мухтару Абрязову. Я почему-то думала, что, в общем-то, все понятно, в общем-то, разложила. Но я смотрю в комментах, люди, кто в лес, кто по дрова. Итак, уже говорю ту ситуацию, которая ожидается в Казахстане. Значит, то, что я видела, хвост павлина, то есть павлин с красивым хвостом за Мухтаром Абрязовым, говорит о том, что оппозиция предлагает казахстанцам очень красивую жизнь. За Абрязовым стоят другие силы, совсем не из Казахстана, естественно, это западные силы. Но еще и совместно с восточными, по той причине, что я достоверно как бы знаю, ну, правда, через ясновидение, что здесь и американцы задействованы, и точно так же задействованы ГИЛ, и точно так же задействованы какие-то, ну, как бы восточные какие-то силы, где, в общем-то, действуют уралманы. То есть, получается, они хотят и рассказывают людям, какая будет жизнь. То есть, жизнь будет хвост павлина. Но павлин поворачивается, и у павлина под хвостом оказывается жопка. То есть, жопа будет. То есть получается, что не то, что, вернее, ихние, как бы, ни желания ихние не сбудутся, не то, что они говорят, конечно же, этого ничего не будет. То есть выходит такая ситуация, что они, вот эта вот оппозиция, они подтолкнут вот эту ситуацию по Казахстану, но конечный результат будет, это все-таки будет разделение Казахстана. Я понимаю, что не хочет этого ни теперешнее правительство, ни те же самые какие-то силы за Абрязовым, они этого не хотят, но получится именно так, потому что оппозиция подтолкнет ситуацию именно в это русло. То есть будет разделение Казахстана. К тому же еще будут просить помощи у России, и не исключаю того, я уже давала такое предсказание, что Россия может ввести свои войска на помощь правительству Казахстана. То есть вот такая вот ситуация выходит. А по Абрязову, то есть я сказала, что это авторитетная сошка, то есть он нужен пока сейчас, а в дальнейшем его откинут. Он, в принципе, как бы на мост он так и не взойдет, он так не будет ни президентом, ни кем. То есть сейчас он нужен как вот, ну, как человек, вот, ну, который, ну, таких более глупых подговаривает на то, и оппозиционеров подговаривает на то, чтобы они шли против правительства. Но будет и не так, как хочет правительство, и не так, как хочет оппозиция.